Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в Zelda Scrolls Online. Здравствуйте, мои дорогие. Что у нас? Да ладно. И все. Так. Какой у нас здесь сюжетка вообще? Здесь у нас имперцы. Горцы. Горцы называются. Напали и пытаются Ориндию, короче, завоевывать здесь. Мы некоторых порезали, сломили им немножко дух и... А, точно вспомнил. И обнаружили, что ихний капитан сотрудничал с культом червя. Каменный как-то там... А, вот, культ ритуал каменного огня. Вот. Так, ну что, будем продолжать? Продолжим. Поехали. Я не против. Остановите ритуал. Да, мы спасли, кстати, по дороге наша подруга. Блин. Дар. Разум Дара. Да, ну он обиделся нас за это. Мы должны были уничтожить. Да, так что посмотрите. Ну, вам понравится. Ну, мне понравилось. Храм. Храм богов. Этот великий храм восьми, построенный калвианцами в один из периодов управления Ориндии, служит доказательством их благочестия. Говорят, под нефом есть подземные залы. Калвианцы. Ну, имперцы. Сейчас я накину на себя тут прохладненько, что-то немножко. Накинул прохладненько. Немного. Так, поехали, 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 поехали. Так, это у нас враги. Боевой маг. Your powers wane, fool. Keep control of this shell. Fan out! Now an intruder reveals before. Destroy them. Do not fail. Короче, надо было послушать, что он говорит, но я просрал. Эх, найти победить гриву Акузри. Кузыри. Есть здесь что-нибудь интересное? Скелет? Зачем вам скелет? О, ничего нет. Скудненько. Ничего. Опять же, смысла брать здесь что-то нет. Продать вилты. Не, ну сможете, но там вообще копейки. Бесполезное существо, горите в пламени Обливиона. Это я Тарн, если что, сказал. Now.
Огонь. Что? Кто-то что-то кричит. Повелитель пламени Дарматар и тень Дарматар. Хорошо. Я больше не могу. Как же знал, что этот сосуд хрупок? Тарн будет недоволен. Покончи с этим куском мяса. Он недостаточно недостоин дышать. Bright moons. You have saved Акузу. Ярких лун, ты спасла Акузри. Изгнала зло, что гладило его душу. Благодаря тебе Акузри ныне свободен. Ты в порядке? Ты делал ужасные вещи. Джек этого не делал. Он вспоминает крики, злобу, кровь. Акузри вспомнил. Он был подвластен себе, и его одурманило древнее зло. Темная грива. Темная грива. Даже думал, что это сказка. Такие рассказывают котятам. Но я про Драматар думал так же. Темная грива был нашим вождем в древние времена. Но пал, его изгнали из света луны и обрекли вечно блуждать во тьме. Ты знаешь, куда он делся? Таджит вспомнил, как говорил с Явадом Тарном. О темном предательстве, посещении разных мест по всей марке. Но Акузри не помнит, куда ходил. Прошу, мы должны покинуть это место. Да, пойдем. Но я за тобой слежу. А смысл за ним следить? Ты же сама видела, что он не виноват. Единственное, что он ментально слабоват. То есть ему надо защиту ставить. Даже, просто, когда его разум уже подавили, он ослаб. То есть, даже теперь слабые ментальные воздействия будут на него влиять. Надо его что-то с ним делать. Да. Каджиты. Ах, уж грёбаные каджиты. Ушки драные. Грива все еще жив. Полагаю, это есть веская причина, друг. Он говорит, что его контролировал какой-то темный дух. Тогда Казира была права. Она будет рада услышать. Клоунианцы бегут, так что можно сказать, что мы сегодня отлично поработали. Раз уж... Поговори с Казирой. Расскажи ей свою версию происшествия. Для меня будет честью сражаться с тобой сегодня. До королевы обязательно дойдут вести о твоих подвигах. Спасибо. Хорошо. Поехали отсюда, да? Поговорить с Казирой. Казира? Ты снова здесь, Игрива, тоже целый невредимый. Джоун и Джун благословляют нам. Он был одержим темным духом, но сейчас вроде бы стал самим собой. Но признательность выразить словами. Ты наш телесный и духовный спаситель. Пусть танец духу проведет тебя туда, куда тебе хочется. Спасибо. Жители Орентии в долгу перед тобой. Страница в нашем городе тебе всегда будет рады. Но мне кажется, твоя история еще не закончена. Что нам теперь делать, как бы гривы? Да, Сакузамбри. Несмотря на все жизненные перипетии, он остается мудрым. Отправляйся в Ролку. Я уверена, что Грива, что Акузри сделает то же самое. Почему в Ролку? Храм танца в Ролке. Главный храм Марки. Это место поклонения, заодно и точка, от которой надо выстраивать дальнейший путь. Я не могу туда пойти, потому что должна остаться и присмотреть за своим городом. А тебе я желаю ярких лун и острых когтей. Тогда я пойду.
ярких когтей. Сначала в Ролту, в Ролтон. Каджи должен был бороться, должен был бы противиться тьме, но он оказался слаб. Каджи больше не достоин носить гриму. В этом нет сомнений, пусть все знают о его решении. Молодец, хоть сам понял. Он достоин. Называется достойный правитель. Раз сам понял, что он мне достоин. Вовремя уйти. Надо уметь. И всякое такое. Так. Лошадки. Да, вот, есть. Здрасте, конюшня. Конечно. Да я так уже. Мне чисто надо конюшня уже. Короче, не сильно надо. Судя. Так, у нас тут есть задание. Давайте узнаем. Задолбала. Ой, черненькая киска. С китичками. Путница, на пару слов, я коллега Кориэль. Не уделишь мне минутку, чтобы помочь мне? Моя лошадь испугалась, когда мы проезжали по мосту, и в реку упал очень важный груз. Тебе нужно помочь? Как видишь, надо сделать важный доклад, отнести целебные травы бойцам сопротивления в аренде и передать Кориэль небольшой тубус, в котором лежат бесценные письма бумаги. В точку. Выходит, все хорошие отзывы о тебе, правда? Задала пойдет и расскажет Сукарель, а ты иди в дурлики, найди травы и тубус, а после мы встретимся возведенной. Что же увидимся возведенной? Прости, что тебе придется побегать, но задолбала опаздывает на встречу. Каджитка служит королеве, как и ты. Хорошо. Интересно. Украсть. А у кого украсть? Алло, блин. Чё? Ёбаные гоблины. Ненавижу гоблинов. Так, поискать тубус. Тубус. Ого, далеко. Далековато. Разбойник. Рыбацкий док. Эстелин. Тут я рыбачу. Поищи себе другое место. Слушайте, прикольно нарисовано, да? Ну, если бы рожу не кривила, а так вообще такая милашка. Я ищу тоже для свиток, который упал в реку. Он тебе случайно не попадался? Попадался. Прости, но его тащил мой брат. Эгор сам его выводил. Такой красивый тубус среди благополучное искусство, темное дерево, показался нам дорогим. И где он? Братец мой, лес его повери, задолжал каким-то типам, которые околачивают свою арену эти зрения. Вот и решил продать футляр и заплатить по некоторым своим счетам. Обычно он снимает там комнату, маленький домик, в нем ты его, скорее всего, и найдешь. Хорошо, спасибо, милашка. Не, действительно, слышите, моделька классная. Вообще прикольно. Да я пытался нормально сделать вот эту девочку, но не получилось, она страшная стала. Дизинарена, ага, ну давай сходим. Ладно, мне все равно туда.
троллики. Имперцы. Блин, кого я еще подцеплю? Пока буду бежать сюда. Что-то время так все не быстро пробежало. Что я сейчас пока дома сижу, на работу не хожу. Время так быстро пробежало, не знаю. Что-то так получилось. Скромное животное. Да не, ну был бы кто-нибудь еще, может быть, я бы и... Долго. Надо чувиху свою перераскачать. Или я ее раскачал? По-моему, раскачивал. Сейчас посмотрю. Да. Надо, кстати, хилера перераскачать. Это надо. Я не по той дороге пошел. Походу, да. Мне кажется, мне здесь не выбраться. Разве что попробовать обойти. Давай мне. Да, не в ту сторону пошел. Вот здесь по дороге. А, только здесь и нету дороги. Ну, блин. Прикольно. Вот тут еще. Блин. Текс. Где-то здесь должна быть у него хата. Вот это что ж? Странная лесная хата. Ну вот. Арендованная комната. Такс. Чувака я здесь не вижу. Эглор. Ага. Смотреть тело. На теле видны множество ножевых ран. Тубуса для свитков нигде не видно. Понятно. Найти свидетеля без своего лора. Ты кто? Лугрун. Здешние воины. Просто поскуливающие щенки. Они ничто им по сравнению с мощью Лугруна. Ты не видел его из этой комнаты? Никто не видел. Чужие дела? Но снесу его. Может, не тебе не стоит. И я тебе кишки вырежу, сучара. Ладно, никогда ты не мышка. Ничего огрызаться, я не видел, что кто-то оттуда выходил. Но много глаз раньше там ошивалось. Поговори с ней. Много глаз, ты кто? Стой. Странно. Бульдорс, зритель арены, боец-мечник, Зара, чё, блин, поговорить с много глаз. Хорошо, блин, а вот все, там маркер, блин, глючило. Ты хочешь со мной поговорить?
У тебя это на лице написано. Я слышал, что тебе может быть известно об убийстве лесного эльфа по имени Нгло. Это имя мне знакомо. Мне может быть что-то известно, да, но за знание надо платить. Мне кое-что от тебя понадобится, прежде чем я поверить ее смерти, что тебе нужно. Итак, я занимаюсь тут арендой, долгами ставками. Давай как-то побыстрее. Хорошо, хорошо. Что ж ты так разоевалась? А чешуя мне еще пригодится, спасибо. Я видела, как из дома Глора выходила Клавянка. Уходя, она вытерла кровавую нож от Унику. Она унесла тубус для свитков. Ты знаешь, где, куда она вышла? Она пыталась продать мне путер, но потом молчала о том, что внутри. Я не согласилась на ту цену, которую она запросила. Она сказала, что знает кого-то, кто заплатит больше. Какие-то фанатики в лагере у Дюн. Культ каменного огня, наверное. Спасибо. Так-с. Нам надо бы сходить. Здесь, кстати, задание есть. Мы его возьмем чуть попозже. Мне надо пока это выполнить. Еще одно задание. Надо будет повыполнять. Еще одно задание. Похоже, бутылка балансируется на кинжале, находящемся на своем месте. Внутри что-то есть. Посмотреть. Внутри был... Лежит записка, заботленная, свернутая и перехваченная навощенной ниткой. Взять записку. Узнать побольше о предателе с числа глаз королевы. Хм. Сейчас погодите, дайте я. Выполним это задание и мы займемся. Предателем глаз королевы. Буду ржать, если меня опорочат. Зачем так нервничать? Блин, ладно. Пускай будет. Нет. Сладкий рулет мне тоже не нужен. Найти. Задаву возле дюн. Зашибись. Так, я... Ладно, давай. Может, прочитаем записку? Давай прочитаем. Так, для задания две. Так, тебя привлекла на моей бутылке, да? А, орел на моей бутылке. Возможно, ты признаешь орла и поможешь его взлететь. Возможно, ты встретишься со мной и поможешь глазам королевы увидеть истину. И орлиный взор следит за дорогой, что ведет в этот приют беззакония. Возможно, я выпила слишком много золотистого портвейна, и надо перестать выражаться неразумительными метафорами. В любом случае, если сможешь расшифровать это сообщение, найди мне. Но помни. Пожалуйста, не упоминай об этой записке, это лишь разозлит меня. Ужасно ненавижу такие избитые шпионские приемы. Ничего не понял. Ча, погоди. Да, теперь можно с тобой разговаривать. Задолбала? Мой странствующий друг. Встреча с Задалом прошла хорошо. Но надеюсь, что рада снова тебя видеть. Ладно.
Нужно идти отравить. У меня нет слов. Спасибо тебе. Каджет, я хотела бы остаться и помогать. Мне надо сейчас же отнести эту с легкой дороги. Да. Спасибо. Текс. Поговори с шпионом. Сейчас поговорим со шпионом. Приехали. Надо чайку поставить. Ну что-то, блин, пожрать себе приготовил. Желудок немножко так что-то с желудком нету. Это мясо же делал. Не знаю, мне последний не катит. Карель. My friend, I could not be happier to see you again. A veteran eye is just who I need by my side today. Нужен глаз ветеран. Короче, что тебе нужен? Поддержка. Па-Алат часто сидят игроки и вольные бродяги. Я еще здесь купил свою виллу, бывший глаз королевы. Кринрин, Дро, настоящая легенда. К сожалению, мы почти уверены, что он пошел по белой дорожке. Ты о чем? Он продает секреты, тайны Доминиона. Его живет в городишке на шибе тьмы тьмущей агентов и Манхартского парка. И Дагонфорского ковенанта. Мне нужно найти доказательства. Вернуть украденное и вывести его на чистую воду. Ты мне поможешь? Да, без проблем. Я проведу тебя внутрь, только сперва переоденусь. Behind you are the luxury guest lodgings. Позади тебя роскошные гостевые апартаменты, агент Ковенанта и папка. Солдаты даже не пытаются скрывать свою принадлежность. Глупо. Каков он? Нам нужны любые четкие доказательства того, что Рендро яшкается с этими ублюдками. И писка донесения пойдет все, что я смогу показать королеве. Разве там нет стражей? Конечно, есть. Но уверена, что ты сможешь мимо них проскользнуть. Убеди, запугай, подкупи. В конце концов, у меня есть пара мыслей насчет того, что можно сделать. Иначе пришло время браться на работу. И я бы начала с драконов. Пакт отправляет на охрану дипломатов самых тупых и слабых солдат. Генерал Адольф. Адольф, ладно. Эй ты, я не могу тебя впустить. Мне нужно лишь на минутку зайти. Даже не надейся, сыплечка. Сюда проходят территория членам Баденхардского пакта. Уходи, а не то пожалеешь. Теперь посмотри мне в глаза, Салага, скажи еще раз это. Не надо злиться, спокойней. Я тут вспомнил, что мне патруль вообще-то надо. Вот видишь, я ухожу. Все, счастливой дорожки. Да, петля, петля. Адольф. Окс, скип обмок. Капитан, я сделал все, как вы просили. Пришлось немного повозиться. Но мне удалось перенаправить эти припасы не поселение ящеров, а на нашу товарную площадку в крепости Хеймлин. Ковенант наращивает свое наступление, и Стоунфолс получает дополнительные военные поставки. Приведите своих людей на место как можно скорее. Для этих органианских дикарей предназначалось достаточное средство, чтобы внести осаду. Вынести осаду, а вместо того, что они, что они помогут нам набить карманы. Всегда приятно иметь дело с военными. Подожди, кто там? Нарил Хелеран. Хелеран. Стой, сундук. По ключкам. Ладно, второй сундук. Подтверждающее письмо. Рендро. В соответствии с просьбой, я предлагаю полный список предпринятых мер безопасности, которые будут обеспечены во время твоего визита в Рифтен следующий месяц. И хватит жаловаться. Серьезно, это последний раз, когда я потакаю каким-то из своих нелепых требований. Ох уж эти
коты, молокососы и их трусость. Засунь свои луны себе в задницу. Группа непосредственного прикрытия, все единого норны. И я им полностью доверяю, главным будет мой сын. Разнообразная маскировка. Мы сможем выдать тебе разные комплекты одежды на каждый день, который ты проведешь в городе. Надеюсь, ты не против прикинуться жрицам Мары. Твои проклятые продовольственные запросы. Ты вообще представляешь, сколько лунного сахара запросил мой повар, чтобы удовлетворить твои требования? И я неохотно согласился принять у тебя у себя одного из твоих людей. У этого Дарзи есть доступ к нашей сети, и мы постараемся обеспечить его всем возможным. Надеюсь, ты доволен. Если нет, сможешь пожаловаться мне лично в следующем месяце. Лейдела Черновереск. Ужас. Говорит скорее. Тумбочка. Well, Верил, ты просил имя. У меня есть одно. Стремиться к ночи, Аргоняин. Его можно найти за пределами деревни, тихая трясина, идеальная возможность для того, чтобы ты задумался. Вериан. Шкаф. Капитан, мне нужна твоя помощь. Моя жена связалась с аргонянкой, мерзостью. Мы с ней приехали в Черный Брод, чтобы отскрыться от войны, конфликтов и проклятого Нотхарского пакта. Но трусость ее руна распространяется как чума. Аргоняне в моем новом доме. Я не позволю этому продолжаться. Дружба с Хсид, но Навар совсем не та женщина, на которой я женился. Мне нужны люди. Пришли мне людей, захочу этот город. Мне все равно, откуда я не буду. Я даже приму кого-то из мирских последователей Фильгора. Пришли мне людей, я сделаю все остальное. Лорн. Это чушь. Как это? Так, тут хорошо, еще. Или хватит этого? Неужели этого хватит? Быстро работаешь? Там еще должно заняться львами. Готово. И как только на посту... Квинтон. У нее дома, который дверь перед любым слезливым личиком. Просто скажи, что ты пришла утолить нужды капитана Белрука. Но имею в виду, что тебе придется иметь дело с самим капитаном, а дружки? Сейрон, та еще мразь и бёха. Не хочешь, чтобы он не мешался под ногами? Купи его выпивку. Но знаешь, что я ей должна. Почему бы тебе не предложить ей печенок мёда, который будет ждать её под мостом за домами? Что я сделала, Сейрон? Что ты собираешься сделать? Война началась недавно, но уже успела привести мне горе. Скажем так, Сейрон мне дорого обошлась. Что я собираюсь делать, это зависит от тебя. Заставь ее покинуть пост любым способом. И где ты хочешь? Да найдешь то, что нам нужно. Надо будет пробраться туда, чтобы вернуть наши данные. Увидимся. Сейрон? Во имя Обливиона, еще одна безмозглая лисица. Я устал, у меня похмелье, что тебе надо? Мне нужно пройти внутрь, меня ждут. Конечно, врешь ты все, шла бы ты отсюда, пока не отведала огненные силы. Или у тебя есть с собой бочонок крепкого эля. На самом деле, у меня завалится один под мостом, что за домом. Ну все, хватит с меня, Сейрон, еще никто не обгонял. Ну, беги, беги. Да-да-да, это все мне надо. Так. Нет? А, то есть... Что это за разведчество, Сейрон? Зачем? Так, внимательно, капитан Альвар Марк, с моим глубочайшим почтением. Капитан, с нетерпением жду возможности почтить своим присутствием в Сентинель в следующем месяце. Пишу, чтобы выразить благодарность за приготовление, которое сделано к моему приезду. Хочу сообщить, что в поддержании связи... Кое с кем из моей обширной организации, доверенным лицом по имени Сайра. Возможно, вы встретились с ним, да? Он проверял телохранителей, подготовку еды и... и так далее. Я читаю все вместе.
Магдали, да. Он также сообщил, что большинство нанятых телохранителей являются бывшими элитными бойцами из кольца кинжалов, что уникальные яды на основе подслащенного луна сахара были привезены из Морвинда, и что представители внутреннего круга короля Вахараджа были замечены посетители, посещаемые и покидающие вашу резиденцию поздно ночью. Я надеюсь, это послание застанет вас в добром здравии, и что мои передовые отряды застанет вас во сне. Уважение, Ирин Рендро. Все? Все, походу. Баллад. Поговорить с Карием. You made certain the Khajiit will have a voice in Elden Root. Thank you. Well, what did you find? Very nicely done. Отличная работа. Да, у нас тут очевидные связи между Рендро и Гентом Верити. Переписка с кем-то из Сентинеля. Все указывает на руководство. И что это нам теперь делать? Наша главная задача сейчас вернуть все документы, которые Рендро украл у глаз. Уверена, что он хранит их у себя в поместье. Вот только проблема. Там кишмя-кишмя страшно. Продолжаем. Скрыто? Так, сейчас. Еще. Get into the drinking tents and set some fires. Kill anyone that tries to stop you. Cause enough commotion and Rendro's men will come running. Then make for the compound. Видит зеленый лес. Я достаточно ждала. Хватит этим подонкам прохлаждаться. Проберись в праздничные шатры, подожги их, убей любого, кто попробует тебя остановить. Устрой переполох, пусть сбегутся люди Рендро, а потом отправляйся в поместье. Будет сделано. Вкусно. Вкусно. And what can I get for you? Вот. Что я могу тебе сделать? Fire! Oh, be fire! This one's hard. To the side! Ты кого убил? Ой, дура! There's trouble afoot. Move to flat out. Circle around. Split up. Хорошо. So much to do, so little time. What's Fire! Going on here? No one move. Mm-hmm. Так, теперь что нам еще надо? Нам необходимо пробраться в дом. I've never known fear like this. Mm-hmm. О, уже купается. Молодец. Подожди. Я хочу наверх пойти посмотреть. Так нечестно. О, сундучок. Сундучок, это хорошо. Да, то, что он пустой, почти это плохо. Крин. Я выделал несколько наиболее примечательных сделок, совершенно за последние несколько недель. Все, что мне указано ниже, по большей части разбивается, как мы и надеялись. И в качестве напоминания не забудьте рассказать своей кузине о ее ребенке. Никак не пойму, неужели она думала, что он выживет, когда отправила его к тебе?
Его останки я отослал в Гизрин. Ты же знаешь, тролли всегда голодны. Продолжают поступать платежи от сделок в Дюнрин. Короче. Херня какая-то. Типа бумаг. Крин. Я посмотрела последнюю партию отчетов и писем. Это верхний лист. Здесь лишь заголовок и немного заметок. Мы можем разобрать их на следующей неделе. Следи за остротой своих когтей. Джаза... Джзри. Сталь Матиса на свойство применения отчета ресурсов. Нужно заполучить много этого добра. Опасности темницы знаников. Стоянка филонности. Опасности возможности. Город филонности хранит секрет. Зашифровано хвостами, предложу, что к чему. Эльден Рут, уход и подпитка великого дерева. Гилвардель, значение соглашения с Хланной гаванью. Гавань Вилен, вопросы безопасности. Банда Арцы, закалка клинка. Они знают о некоторых наших, но не обо всех. Интересное чтиво. Эльсвер, нетронутое богатство. Я нашла кое-что за домом. Встретимся там. Конечно. Я так и не понимаю одного. Какого хера и как мне... Почему здесь все так скудненько? И почему не открывается вот этот гребаный шкафчик? Чтобы это что-то было приятненькое, вкусненькое. Мне нужное. Редгардский стиль. Хрель. В одном из письменных столов я нашла записку. В ней говорится об этом люке. Как думаешь, что там лежу? Даже не представляю. Рендру из Сенской пещеры. Думаю, что именно там он проводит свои самые сложные сделки. Мне будет тоже секретную пещерку завести, когда на пенсию выйду. Думаешь, мы найдем его там? Разумеется, где ему еще быть? Ну что, готова предоставить предателю правосудия королевы? Да блин, заваливающий. Хоть хочу. Я следую за тобой, Кориэль. Конечно, конечно, да, конечно. Глаза королевы — это секретная разведывательная служба мирского дуэля, говорят. Пролезь в болото, Бретонка, я не соглашался на это. Отойди, ящер, у тебя изо рта смерть. Определенно на это соглашался. Нет, я хочу связь с тайным рушеносами, они были готовы убить. Об этом я говорю, ты обещал документы в обмен на информацию, на местонахождение у кольца Кинчала было то, о чем ты просил. Хватит от шпионских сетях. Сегодня мы еще успеем о них поговорить. Фоф-фоф-фоф. How do you explain this, lizard? Ты ведь несчастный. Мы заключили сделку. Yes, Argonian. I recall the details of the deal quite clearly. And the loss of 100 troops was not in the deal. You are both overreacting. What do you care for frontline soldiers? You both received your shipments. This kind of attack draws attention, Lizard. Play us like this again, and you'll learn that cats have sharp claws by far. Ёбаные кошаки, вы чё? We have an opportunity to replace the battery. Нам предоставлялся сменить командиром. Мы легко можем устранить советника Айренпа по военным вопросам, если удастся заменить его тем, кем нужен. Звучит заманчиво, Рендро. Я поговорю с оруженосцами, узнаю, что мы можем предложить. Не стоит дожидаться и жалко подачи, Рендро. Кольцо кинжалов предвидело это. У нас есть предварительное предложение. The lizard is right, Cassel.
Ящер прав, Касса, надеюсь, следующее предложение будет основан на чем-то, кроме пустых обещаний. Сейчас, еще чуть-чуть. Нормально, в этот раз получилось. Ничего, а вот еще есть. Ну ладно. Пускай будет. Так, кинуть. Ну пошли. Кинь. Хочу, завтра на рыбалку хочу. Все хочу. Надо кашу поставить. It's done. Готово. Он этот мертв. Благодаря твоей помощи. Твоя помощь была неоценима. Пожалуйста. Отныне, благодаря нам, каждый гражданин Доминиона сможет спать. Чуточку спокойнее. Королева Айрон здесь нет. И она не может наградить тебя громким титулом или блестящим жезлом. Здесь только я. И я говорю тебе спасибо. Пожалуйста. Такс. Сколько времени? Да, будем заканчивать. Все, ладно. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам серия понравилась. Довольно, ну, довольно интересно. Все. Всем пока. Пускай все будет хорошо. Пока-пока.